двоих. Так, вот сколько эти две штуки тебе. У меня получается 27 всего. Так, тебе десятку отдал. И держи еще 3. Сколько? 4 получается. У тебя водка. А, давай. Так, смотри. Че, в картишке, в кости никто не хочет? Че, в кости? Давай на удар в кости. Почему на удар? Типа, это такое местное развлечение? Бить друг друга в лицо за это? Да, мы так в деревне развлекали, знаешь, на большой земле. Ох, весело было. А ну-ка, я на удары, я так только на деньги играл в кости обычно. А ну-ка, давай. Ща, я кости возьму, блядь. И чё, если я тебя завалю, чё будет мне? Вот, это уже интересные ставочки. Давай подумаем. Ты камни ловишь, ищешь? Не, я чисто типа камни, лез вот в эту вот всю проклятую. Еще эти камни, может быть, они тоже там с дьяволом как-то связаны. Поэтому я пока это сторонюсь особо. Там, ну, типа, если надо с точки на точку перенести чьё-то, это такое, можно еще. Ну давай, короче, ты меня завалишь, я тебе F1 подарю, гранату. Хороший способ продавать гранаты. А если я выиграю? Ну? То ты, короче, 4 дня, 4-4 суток будешь на вышке стоять. Ничего себе! А чё там связанное с этими, с вот этими камнями? Чё-то ты другое хотел предложить? Ну, я бы тебе предложил детектор один веселый, медведь называется. Ну, суть в том, вот видел, у Лёхи он продал детектор от, называется. Короче, меня тут надоумили, говорят, что вот эта штука, которая медведь, вот, штука стоящая денег. О, давай, короче, тогда на неё. Вот, если проигрывают 4 ночи, так и договорились. Ну давай, то есть, смотри, сейчас бросаем кубики, если у меня больше, я тебе по голове. Да, типа, у тебя механику, больше, ты меня бьёшь по голове. Механику это я понял, это я понимаю. Но на самом деле могли бы только моими обойтись, как бы, зачем нам двое? Откуда я знаю, какие у тебя кости, правильно? Я только что их у Лёхи взял, у меня до этого ну, не было. Ну, откуда я знаю, какие кости у Лёхи? Давайте я буду, давайте я буду подбрасывать, как нейтральная сторона. Ну? Ну давай, пожалуйста. Только, блин, вот, как держи. Бы их подбросить мне было? Нет, у меня свои есть, у меня свои есть. Как бы они их подбросить? Есть. Да, только как бы это устроить? Опа! Так, четверка выпала. Ага, хорошо, давай вторую. Это так, тестовый, подожди, давай все решим. Да, это был тест. На первое это на кого? На тебя или на меня он бросает? Ну, я готов вам уступить, если вы хотите идти первым. Да, не, мне это все равно. Мне не принципиально. Давайте, чтобы было поинтереснее. Окей, тогда ты первый, ты второй. Ты первый, ты второй. Все, давайте. Ага. Хорошо, давай. Ну не подведи меня, золотой. Ну слушай, тут уж как решит госпожа удача. Так, давай, подкидываю первый раз. Опа, шестерка. Ну. Вторая. Пятерка. Опа! Ничего, давай. Нормально? Нормально, следующий. Давай подбрасываем. Опа! Тройка. Первая, тройка. Тройка. И единица. Ты что, издеваешься? Бам! Ой! О, нокаут! Нокаут! Кажется, ты немножко приборщил. Я это. Извиняй, ты как-то это. Первый мой удар хорошо воспринял. Слушай, нормально, нормально все? Снайпер какой-то белый. Не вдова. Mm-hmm. Да, кстати, ну слушай, вдова это вообще реально интересный. Реально интересная особа. Она, короче, куда-то уходит постоянно, вот примерно в ту сторону, типа на этот, на запад. Она туда постоянно уходит. И типа возвращается через какое-то время только. Потом она здесь тусуется, ничего не ищет, она ей просто типа ходит. О, так слушай, так это она, блядь. Это она, слушай. Ну, спросил меня, что ты обсуждаешь. Он за мной побежал. Я сначала думал тоже, типа, от него скрыться, но я это, физкультуру в школе прогуливал, поэтому, короче, был не вариант. Он меня уже догоняет, хочет меня укусить. Я, короче, начинаю уже просто, не знаю, от бездея это. Подожди, подожди, если что-то перебиваю, но мы отошли от темы. Надо новичкам пояснить, что как. Деревня не баловать. То есть, тихо, не тихо. Пизда, граждане! Бежим! Что случилось? Замахнуть, кого улетел? Ты чё, дурак? Она прям здесь летает. Да я видел, он пролетел. Да она сначала туда пролетела, потом обратно туда улетела. Забей, сиди. Сиди, пока не скроется из этого. Из слуха. Вообще сидим. Вылезаем. Она круги, блядь, наматывает. А, да, вон, над нами. Блядь, над нами, да. Я говорю, спрячься в дом подальше, поглубже. Чтоб не увидела.
просадиться, блядь. Блин, там, блин, все вопросы. Пиздец, что творится? Прячусь от вертушки под деревом. Ёбаный шок. Просто ёбаный шок. Это ж по-другому-то никак не назвать шок. Это сталкеры. А куда они пошли? Пс-пс. Чувак. Эй. А. Чё за хуйня? Чё за хуйня? Я сзади. Чё за хуйня? Я руки отказал. Давай же, мой. Что происходит? Братва, куда с древним же это было? В какую сторону? Так, парни, видите, я одиночка. Махаю руками. Видите? Давайте в лесу собираемся, ё-моё. Идите назад, вы назад. Вы не туда идете, назад. Назад идти в деревню, да? Нет, идите просто на юг пока что, по болоту. По бережку идите, я вас сыплю. Все понятно. Короче, не доверяю я им, я лучше полежу на часах, я послушаю. Мужик, я Мурку потерял, блядь, я ушла куда-то, не вижу ее. Ну и похуй на нее. Нельзя так. Кис-кис, позови. Дурак, что ли? Надо уходить, блядь. Здесь эти сталкеры. Блять, меня собака жрет. Стреляй, только один. Один только стреляй. Иди на север. Ой, фу, блядь, на юг. Тихо. Нахуй выключите, блядь. Вперед, бегу. Вперед, бежим. Бля, потому что там. Останавливайся, перевинтую. Руки, у ноги. У кого там пулемет зажми в нее. Прям хуйню босс. Туда и очередь прошьет. Приняли. Это во-первых, а во-вторых, типа, я если буду особо сейчас показывать, то мало ли, вот ты, короче, сидишь, Тополь, а вот еще один сидит Гаспар, например, какой-нибудь, да? Вот вы двое сидите, и вот Тополь сидит и надеется на то, что меня не найдет, а Гаспар, наоборот, там параллельно ходит на втором экране, смотрит на мой стрим и думает, где же, блядь, это темное дерево? Сука. Значит, смотрите, я сейчас у вертушки разъебанный, тут, в принципе, никого вроде. Тут никого. Скорее всего, сюда патруль военный может прийти, проверить, вышел ли кто или нет. Предлагаю засаду устроить. Нормальная тема. Засада на военных, нормальная тема. Ой, я же говорил, что они все умрут. Да, охуенный геймплей армача, действительно. Ты лежишь и надеешься на то, что тебя не найдут противник.